Парни, привет! На канал заходят новые зрители. Как правило, они заходят по профильным роликам, которые им интересны. И начинается. Какой прицел лучше? Какую фотоловушку купить? Какая подсветка видна, не видна? Но кто мне звонил, писал, знают. Как правило, я не даю советов. Вы хотите переложить на меня решение по выбору? Я думаю, что это неправильно. Самое удивительное, что многие перед этим даже не удосуживаются покубатурить Google, качнуть тему, то есть обращаются вот это, как жить, счастливо и весело. Да я не знаю, какая фотоловушка лучше, какой прицел лучше для вас. Ладно, в первый класс, в третий раз. Время до весенней охоты нам позволяет, тем более оказия тут выдалось. Что я сегодня хочу сделать? У меня с собой две фотоловушки. Я умышленно не буду акцентировать внимание на их названиях, на фирмах изготовителей. Я просто установлю их в одной плоскости, бок о бок, чтобы была информация с обоих. Одна фотоловушка, будем говорить так, бизнес-класса, вторая – бюджетный сегмент. Есть еще премиум-класс, но я думаю, мы до него доберемся чуть позже. Разница в цене между этими фотоловушками, ну, я думаю, в два раза. Я думаю, что у нас все получится, так что смотрите, решайте, сами решайте. Ну, будет желание, пишите. Всем хорошего просмотра!